Общегородская ярмарка вакансий прошла на бульваре имени Сулеймана Стальского в Махачкале в рамках Дня молодежи. О том, что еще интересного подготовили организаторы к празднику, расскажет Камиль Девятов. Музыка, танцы, веселье, массовые гуляния и много радостных лиц дагестанской молодежи. Праздник есть праздник, и настроение у всех соответствующее. Эмоции положительные, пришел недавно, чисто чтобы во всех мероприятиях поучаствовать. Не знаю, интересно, она сплочает всю молодежь. Этим самым здесь люди, ну, развлекаются хорошо, получают удовольствие от мероприятий. Но единственный минус – жара, честно сказать, сильная. Что касается жары, то об этом тоже позаботились. На всякий случай спасатели МЧС тут как тут. Дежурные специалисты проводят мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Вы должны сначала первое подойти к нему и определить наличие сознания. Для этого необходимо слегка потормошить, не сильно потормошить и спросить, что с вами? Вам нужна помощь? Человек не реагирует, значит, он находится без сознания. Мы определяем, вот, очевидно, отросток, и кладем основание ладони на середину грудины или на два пальца выше, очевидно. Вот. Скрещиваем, значит, замок ладони и давим основанием ладони так, чтобы руки были не сгинались в локтях и грудная клетка прогибалась на 5-6 сантиметров, то есть сдавливалась между грудиной и позвоночником. На всей территории бульвара функционирует более 20 спортивных площадок. Кто-то играет в шахматы, другие в футбол и настольный теннис. А нашлись и такие, кто готов поколотить своего друга подушками. Потому что можно полупазить своего друга, не боясь его покалечить. А так мероприятие мне очень понравилось, есть разные площадки. Но как бы ни отдыхала наша молодежь, ей всегда найдут занятия по душе и вкусу. В рамках праздника на бульваре заработала ярмарка вакансий, где каждый желающий мог заполнить анкеты и подобрать работу. Вот, мы предоставляем им вакансии актуальные на сегодняшний день на рынке труда. Их более 1600 вакансий, вот, от разных работодателей. Отметим, что торжественная часть сопровождалась выступлениями молодых коллективов, победителей республиканских и всероссийских проектов. Камиль Девятов, Алия Скандаров, Роза Шейхмагомедова, телеканал ННТ, Махачкала.